Ура! Обожаю челленджи. Yes! Клей! Ура! Yes! Ай, попался прозрачный клей. Как я хотела! Я беру это и вот это. Yes! Yes! Давай, Аня. Улиткина слюнка. Слайм. Всем привет! И вы на канале Аня Ткомалюка. И у нас сегодня челлендж. Ура! Обожаю челленджи. Сегодня у нас будет челлендж. Я вам сейчас объясню правила игры. У нас есть, смотрите, сколько стаканов. Не, можно я? Нет, я. Вот мы должны из какого-то брать. Если он попался одинаковый, мы забираем и делаем... Это неправильно. У нас есть тут 24 стакана. И мы должны будем как-то поднять два любых стакана, и чтобы нам попались одинаковые ингредиенты для слаймов. И если они попались одинаковые, то мы это добавляем к себе в слайм. И если не угадываешь два одинаковых ингредиента, то... закрываешь обратно, да. И сейчас мы будем на слепа решать, кто будет первый тянуть. Кто проиграет, тот будет. Тот не будет тянуть. А кто выиграет, тот будет. Прям ножницы, бумага. Раз, два, три. Я. Итак, я сейчас выбираю. Давайте Эптон ближе ко мне. И... нет, здесь ракушки, а здесь прозрачный клей. Так, я хочу вот этот и самый... ой. Нет! Там были такие посыпки на мороженка, а тут были, а там был прозрачный клеюшек. Ну ладно, давайте я сделаю. Сильно нам не повезет. Ладно, опять прозрачный клей. Серьезно, тут белый клей, а здесь прозрачный. Я хочу белый. Ой, было бы круто, я бы сделала бы мелкий слайм, прозрачный белый. Давай. Нет! Девочка, ты не угадала. Так, я беру это. И вот Аня открывала, по-моему... а там... я хочу вот эти вот рядом. Вот тут. Розовый краситель и розовые блестки. А, нет. Я беру все вот это и вот это. Yes! Ура! Ракушки! Yes! А мне оба, да, брать? Я сейчас добавлю себе и те, и те. Чуть-чуть этих. Всех? Чуть-чуть этих. Чуть-чуть... ой, много, ну ладно. Все. Это мой слайм. Ну да, все, мой слайм готов. А я сейчас, наверное, тяну вот эти стаканчики. Нет. Так, теперь я. Давайте мы возьмем это и это. Звездочки, а здесь краситель розовый. Ну все. Я отгадала. Вдруг тебе клей вообще не попадется? Ну и что? Все, хватит, он будет колоться. Теперь моя очередь, и давайте я возьму вот это и это. О, есть! Клей! Ура! Выливаем клей, ура! Ракушек вообще не видно. Вот просто обычный слой. Получился вот такой слой. Я тут еще перемешиваю, Аня, давай вытягивай. Нет, здесь Фима малина. А там розовые блестки. Давайте мы возьмем вот эти. И вот это. Нет, здесь розовый краситель, а там пенопластовый шарик. Ес! Ай, попался прозрачный клей. Как я хотела. О, какой прозрачный кристальный клей. Активатор у нас по умолчанию, именно поэтому мы сейчас пока будем доставать, мы будем потихонечку мешать с Аней. Поэтому мы сейчас добавим активатор и Аню. Так, Аня, я сейчас тяну. Так, давайте мы возьмем этот и вот, или этот. Это слюнка. Улиткина слюнка. Тут опять розовый краситель и Фима киви. Давай, Аня. Улиткина слюнка. Так, пенопластовые шарики и краситель розовый. Я беру это и вот это. Yes! У меня будет красивого цвета слайм. А я хочу вот этот и вот. Ой. Yes! Мы сейчас как раз будем добавлять, я буду краситель добавлять, а Аня будет шарики. Так, все, краситель накапала. О, у меня розовенький слаймик. Я бы хотела, конечно, мелкий слайм, ну ладно. Миксим. А
А я добавляю шар. О, как красиво. Все, все, все. И, кстати, ребята, вы сможете проголосовать в подсказке, чей слайм вам понравится больше. Ребята, мы продолжаем. И сейчас я беру вот это, давайте, и вот этот. Нет, здесь посылка Микки Мауса, здесь кондитерская посылка просто. Вот этот, вот этот. Нет, здесь Фима Малина, там Фима Кири. Так, я возьму вот это и это. Нет, блин. И вот это, и вот это. Нет, здесь Микки Мауса, там Фима Кири. Вот теперь я вот эти беру и вот эти. Yes, девочки, я угадала, я добавлю посыпку Микки Мауса. Добавляю такую посыпку. Какой ужас. Я хочу блесточки, которые они мне покрасят слайм. Нет! Нет. Возьмем сейчас, давайте вот это и вот это. Нет, здесь ароматизатор, а здесь Фима. Сейчас я возьму вот этот и вот этот. Блесточки, они мне покрасят наши блесточки в слаймчик. Ну, зато будет ярко в слайм. Ой, блин, мне кажется, все испортилось. Было лучше. Нет. Так, теперь я возьму, давайте, этот бочек. Yes, ароматизатор Coca-Cola Cherry. Давай, теперь ты. Ай! Какая-то козявка. Хочу вот это. Нет, вот эти. Нет, вот эти. Yes! Идите. Круто. И. Все, все, все. Аня осталась пока без ароматизатора. Ну, ты сейчас не тянешь. И у нас по последнему разу. Низко. Ладно, вот давайте. Это. Нет. 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 Ну, вот это и вот это. Ура, у меня Фима Малина. А тогда возьму, а ты это. Ура, у меня киви. Добавляю Фима Малина. Это Фима? Да. У меня такой красивый слайм. Теперь я Аня. Смотри. Кивички. И скрыла кивички. Все опять на палку. Смотрите, какой у меня крутой слайм получился. А мне тоже крутой слайм. Смотрите, я его только вымешала. Хрустит. Ну, потому что у тебя там дофига шариков. У меня вот так кликает. Вот так. Да, хрустит. Итак, ребята, у нас слаймики готовы. Мы рады. Мне нравится мой слайм. Мне нравится мой слайм. Вам чей нравится, отметьте в подсказке. И мы с вами будем сейчас прощаться. Спасибо большое за просмотр. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше видео. Всем пока-пока! Ребята, я надеюсь, вы уже знаете про мой анимационный канал «Трудный возраст». Он очень классный. Вся анимация там сделана по вашим рассказам. Обязательно подпишись на него. Ссылка в описании к этому видео. Спасибо тебе. Я родился в семье сумасшедших. Мама была долго в депрессии. Я очень хочу стать уродиной. За что они так возненавидели меня? За то, что я богата? Миллионер давал маме деньги. Она стала хорошо одеваться, классно выглядеть. По закону жанра в этой семье хоть кто-то же должен быть нормальный. Родной отец отдал нас за долги. Домой я шла как триумфатор. Вот я и иду собирать бутылки, хоть так зарабатывать на пропитание.